На заседании присутствуют 29 депутатов. Кворум имеется. В первую очередь проголосовали за повестку, а в ней 4 вопроса, в том числе об избрании главы Одинцовского округа. Большинство за, один воздержался. Принято большинством голосов. Затем доклад Андрея Иванова об итогах работы, которая была проделана за последние 5 лет. В 2019 году перед нами стоял ряд важных задач. В первую очередь обеспечить социальной инфраструктурой и рабочими местами стремительно растущее население округа. Был значительный запрос жителей на создание комфортной городской среды, наведение порядка в сфере обращения с мусором, на обновление систем ЖКХ, на те проблемы, которые накопились в системе образования. Тогда же прошла административная реформа. Одинцовский район и Звенигород стали единым городским округом. Предстояло выровнять возможности большой территории. За 5-летку выросли и доходы бюджета почти в 2 раза. В 2023 году они составили 40,5 миллиардов рублей. Добиться этого получилось благодаря как и общему, общероссийскому и общеподмосковному росту экономики, так и принятым мерам, таким как увеличение в оборот земельных участков и объектов капитального строительства, а также привлечение новых налоговых резидентов. Было много построено как в сфере образования, так и здравоохранения. Новые учреждения оснащали современным оборудованием. Полностью решили проблему обманутых дольщиков. Закрыли полигон Чистцы. Уже идет 2-й этап рекультивации. За 5 лет сделано немало. Отчет главы народные избранники утвердили большинством голосов. Перед рассмотрением следующего вопроса считаю необходимым сложить в себя полномочия, чтобы не было конфликта интересов при рассмотрении второго вопроса. Я подготовил распоряжение, оно уже подписано. О своем желании занять пост главы округа заявили 4 кандидата. Конкурсная комиссия рассмотрела документы каждого. На заседании 31 мая постановила, отбор прошли 3. Это Иванов Андрей Робертович, Терентьев Кирилл Сергеевич и Жандаров Владимир Владимирович. Конкурс по отбору кандидатур признан состоявшимся. Из 3 депутатам предстояло выбрать 1. Первым в списке кандидатов был Андрей Иванов. Итоги голосования известны. 27 за, 2 воздержались. Андрей Робертович, разрешите вас поздравить. Большинством голосов Андрей Иванов переизбран на должность главы Одинцовского округа. Евгения Августина, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».